Мы недавно испытали достаточно серьезный шок национальный, а именно гибель 15 военнослужащих. Это боль еще и потому, что это не боевые потери. Но мы потеряли в мирное время 15 жизней наших солдат, да? И не был объявлен траур национальный. Вот знаешь, не хочу приводить пример, но приведу. Вчера показали, как убитого офицера службы безопасности в Азербайджане привозили из Ирана. С какими почестями? Одного убитого. С какими почестями? И что в стране происходит? И что произошло у нас?